Сегодня у нас необычный выпуск программы. Сегодня у меня помощник, Барсик, ему 3 месяца. И вот он попросил меня, говорит, помоги выбрать мне, дядя Коля, что-нибудь для себя. Идем в зоошоп. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Кто здесь у нас? Это Барсик, мальчик. Светлана, помогите, пожалуйста, нам нужно все. То есть с нуля? Да. Прежде чем приступить к выбору всего необходимого для Барсика, Светлана провела экскурсию по магазину. Он хоть по площади и небольшой, но это никак не отразилось на ассортименте. Складывается впечатление, что здесь можно найти все для любого домашнего питомца. Мой пушистый компаньон в этом решил убедиться лично. Мне же предстояло выбрать посуду для Барса. Мисочки с резиновым кольцом, они не скользят. Вот, то есть, ну, более удобные. Можно сэкономить, купить пластиковую. Но срок службы у нее намного меньше. То есть на посуде для четвероногого друга экономить нельзя. Барсик с этим был полностью согласен. Следующий важный момент. Куда сходить в туалет котенку? Барсик и здесь решил немного осмотреться. И кажется, ему понравилось. Но Светлана из всего многообразия для котенка посоветовала открытый и глубокий лоток с защитными бортиками. Это чтобы наполнитель не разлетался во все стороны. Есть вот такая штука. Это для приучения кота к унитазу. Фантастика. С лотком определились, теперь выбираем наполнитель. А это оказалось сделать не так уж и легко. В магазине «Зоошоп» их большое количество. Комкующиеся, впитывающие, минеральные, силикогелевые, из глины, из древесины, разных объемов и цвета. Есть даже исключительно для длинношерстных кошек. Скажите, пожалуйста, а вот это вот что такое? А это ароматизаторы, которые добавляются в наполнители для того, чтобы сильнее скрывать запах. А Барсик тем временем за всеми моими попытками сделать правильный выбор невозмутимо наблюдал с соседней полки, удобно устроившись на подушке. Но как только речь пошла о кормах, лакомствах и витаминах, оживился. Корма хорошего уровня, которые полностью сбалансированы, которые разрабатываются ветеринарами, и ими же предлагаются. Теперь пришла очередь удивиться Барсику. Такого выбора и количества еды он никогда не видел. Консервы, сухой корм, влажный корм, огромное количество различных лакомств для любого домашнего питомца. От такого изобилия сложно не растеряться. И вот такого плана витаминки, витаминизированное лакомство. Это идут именно для котят. Витаминам для котят и не только в магазине «Зоошоп» отведена целая витрина. Здесь можно найти практически любой витаминный комплекс, который выпускают для домашних животных. Барсик в этом убедился лично. Есть вот такие вот спреи. Они нужны не для того, чтобы кошка хорошо пахла. Они нужны для того, чтобы привлечь кота к игрушке, к цветочке, к его месту любимому. Это обучающее? Да, это обучающее. То есть там кошачья мята, которая привлекательный запах для котят. Пока Светлана мне рассказывала о коллекции шампуней, кондиционеров, гелей, пастах и спреях для домашних питомцев, Барсик отдыхал в одном из домиков. Она не только ему удобная, но она еще и понадобится для того дома, чтобы он не тащил когти об диван и об ковер. Ассортимент этих спасателей мебели более 15 видов. Еще один хороший способ избежать переобтяжки дивана или кресла – это приобрести своему питомцу игрушку. Их выбор в магазине внушительный. Есть даже интерактивные. А это вообще фантастический оберег для интерьера – накладки для когтей. Увидев это, Барсик поспешил спрятаться. Нашли мы его в одной из переносок для животных. Почему он выбрал именно эту переноску с жестким каркасом, а не более гламурную, например, эту, для нас осталось загадкой. А вот впечатления от посещения магазина «Зоошоп» переполняли и меня, и Барса. Меня порадовали цены, скидки и то, что купленный товар могут доставить на дом. А моего пушистого напарника – нескучная прогулка.